Сам папа, я играл с вами в флешке, добро пожаловать в GTA 5 Радмир. Сегодня Джонни Лутман и Диана Занасенко отправятся в казинаки, но вместе с духами. На скалаба, как сказать. Нужно обязательно этот ролик досмотреть до конца. А также, ребята, напоминаю, что у нас был розыгрыш на Rolls-Royce Cullinan, который я разыграл в своем телеграм-канале. И сегодня я рандомным образом выбрал победителя. Я просто листал комментарии, выбрал рандомного чувака и вот он. Теперь быстренько вставляю в фрагменте, как я ему выдавал Rolls-Royce. Так... Обменять имущество. Меню ТС. Продажа. Сейчас, погоди, штраф быстренько оплачу. Ой, нифига ты заспавнился тут. Меню ТС. Продажа. Человеку. Павел Белфорд. Продать. Все. Официально человек получает Rolls-Royce. Поздравляю. Все, теперь этот красавчик уезжает на Rolls-Royce Cullinan. Напоминаю, также вы можете залететь на Радмир по ссылочке в описании. Можете ввести код игрока AFGK и получить 75 тысяч, когда отыграете 10 часов. Это все делается в менюшке F2. Давай, приятного просмотра. Ехала. Духи! Диана, тут духи сидят. Подальше сядь, тут дух реально припарковался. У меня реально было написано место занято. На пустом кресле просто. Так, ну что ж, сегодня духи просто. Сейчас жестко. Что-то не крутится, он... Разучился? Ты еще видишь, что происходит? Нет, я ставку делаю. Это ты делаешь, а я не могу сделать ставку. Почему? Я не знаю, духи запретили. Забанили в казино? За грабеж. Ну сейчас он крутить будет. Я вижу. Пошло. Я поставил на 17, 24, 29. Сейчас ты забираешь просто и все. Ну-ка. 21? Нет. Близко, наверх чуть-чуть надо было и все. Присоединяюсь к вам. Сколько ты ставила? У меня жетончик по 100. О, давай по соточке и зарядим. Опа, сюда немножечко. Оп. Ну, вообще, ставка лям был. Лям? Yes. Слушай, а как ты по 100 тысяч? А, ты на одну цифру. Ну ладно, я на 17 что-то много зарядил. Не, я на 3 цифры. Ну, да, как хочешь, много. Как хочешь. У нас есть время определенное. Надеюсь, в игры. Духи! Ну, дух сейчас рядом сидит, он пока мне пока что ничего не шепчет, пока так. Что? А, подожди, 10. Кто десятку? Я? Наверное, ты, я не ставлю. 3600! Ебать, с первой ставочки на дух. Нашепчи, дух, давай еще. Пошел грабеж, пошел. Бля, жалко, на 17 я зарядил тогда много, а не на это. Хотя, слушай, 17, наверное, не просто так у меня тут тусует. На двоечку. А давай, похуй, полляма заряжу. Бля, просто чувствую, сейчас так первое-то мы занесло, а сейчас нужно откармливать немножечко, чтобы оно давало что-то. Да потихонечку, медленно, но верно. Давай, купи. Мне еще не занесло. Диана Занасенко, сегодня вы заберете деньги, сегодня вы заберете свои миллионы заслуженные. Вот, понятное дело, вот, смотрите на человека. Просто покрасил, блядь, волосы все своего портфеля Brawl Stars. Молодец. Читай, респект. Блядь, там рядом было-то, ебаный, 17, посмотри. Я там... Да. Ладно, я по миллиону сейчас буду заливать. Ну, типа, не на одно число, а вообще суммарная ставочка. Ну, у меня так же, я так же заливаю. Живем один раз, брат, заливай все, что есть. О, припарковался. Сейчас он собьет нам. Блять. Так он рукой задел фишку мою, блять. Реально. Давай, Крупелана, показывай. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я кручу своей лысой башкой. Подожди, у тебя Крупе тоже лысый? Нет, Крупе не лысый. Так. И это 2-0, а я на одну поставил. Ебать! Сука, это служанская хуйня, блядь. Когда ставишь на одном, блядь. 17, что-то сегодня 17 пахнет немножечко. 17 немножечко пахнет. Пятера? Хороший выбор, залю туда тоже. И 21. Все, 2 ляма уже нету, блядь, уже улетело 2 ляма. У меня 10 лямов, 5 лямов улетело, нахуй. Что происходит, блядь, в этой игре? Сейчас грабеж произойдет, чекай, проверяй. Сейчас этот, копирайт, казино. Сейчас грабеж про этих лохов, блядь. Сейчас разденем их. Семейка эта, блядь, Флинстоунов, блядь, опять пришла грабить, думаю. И вокруг я стоит, думает, ебать, меня сегодня уволят. Прикольно. Боль. Ебать! И это... И это... 6 лямов, по-моему. 7200. У меня 3600. Хорош! Значит, 2-0 подряд, получается, упало. Да. Ебать! Занос! Занос! Духи, молодцы, духи. Дальше, в том же темпе. А можно я сегодня, когда в настоящее казино пойду, блядь, так же занесет? Ну что, смотри, уже по сути я реально сверху поделал. У меня же 21 лям 300. Ну я сейчас поставил лям? Нихуя. 22 300, по идее, было. Ебать, все, вывод. Вывод, надо уже, блядь. Расчете барабан. Сука, смотри, блядь. Подкручивай.
Ноль еще. Бля, слишком жирно. 11. Кто ставил? Ты? Возможно. Я не помню, что на что я ставил. Знаешь, рандомно не думаю. 3600. Хорош! Да! Ебать, сколько? 3600. И я имею в виду, типа, денег. 16 лямов. Надо еще. Да еще, конечно, грабеж. 22 чувствую почему-то. 22? Угу. Слушай, может, не, ставь в соло. Я на 35 там немножечко, там на 30. Ну, вот у 30-очки что-то чувствую. У меня такая судорога. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это духи, чтоб ты, блядь, рукой. У меня тоже судорога тогда было. Начало трясти, блядь. Сейчас, ой-ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. И все, ой, блядь, улын, нах. Жалко, тут за улын реально 20 лямов нельзя, блядь. Реально. Говорю, что-то на 30-ке. Блядь, 34. Бля. Ты на 35 да. ставил? Да. Ебать. Так, пятера, уверена, 17 сегодня точно стрельнет. Я добью 22 добью. И 27. 27. Хорошо. Так. Еще одинаковая реакция была на это. Да-да-да-да. Смотрим. Так, рупия, сейчас по нашей вот этой вот схеме должно упасть 27. ЖБ на. Да, ЖБ. Давай свои руки трясутся, блядь. Быстро, да. Прикинь, если реально сейчас 27 упадет, то такой мем, что мы телепатически выбрали 27, одинаково отреагировали, и сейчас выпадет плюс. Бля, оно пролетело, по-моему, не знаю. 13. Кто ты? Ты а, между я этим? Я между, да, между. Я 800. Нормально, техника оси масло тоже, блин. Давай я тоже вот. А, я не смогу же масло. Вот так только. Че, встал, блин, думает, ёбаный. Этого казино. Реально. Ёбаный рот этого казино! Вообще, на самом деле, вот оно должно реально нормально крутиться. Но мы-то видим, как анимация вот эта резкая другая становится, блядь. И другие. Да, сюда. Да, да. Ага, типа с другого места начинает крутиться. Да, подкруточка, блядь, на. Да. На. Ну ничего, мы с подкруткой. Да, и с подкруткой. Вообще похуй, да. Вот сейчас вот крутится, крутится. Оп. What the dog doing? Сколько? 34. Блядь! Блядь, жалко тут нету... Ой, what the hell, boy? Жалко нету такой же, этот, как в этом крейзике нахуй взял. Повторить. Повторить ставочку, блядь. Да, да, да. 17. Опять пришел, блядь. Деньги с... А, он деньги с банкомата снял. Не, на 27 все-таки надо. Хату продал, блядь, в казино поставил. Красава. Вот и все. Дефолт ситуация, если честно. На самом деле, я должен сейчас без сумки пройти, без цепи своей, блядь, без очков, нахуй. Чисто в трусах, блядь. Все, ставил. Ой, вот the hell, boy! Ура, hell, boy! Ну-ну-ну-ну, listen. Ой. Я уже забыла, на что ставила. Я тоже. Зеро! Нихуя себе, реально, ты на зеро ставил? Yes! Ебать, ты жесткий! 7200! Уф, хорош, сколько у тебя суммарно? У меня 24500. Нихуя ты. Бля, надо ставить на между хотя бы, потому что оно что-то падает сегодня прям хорошо. 27! Я поставила на между 0, на 21 и 19. А, какие-то что-то разбросал туда-сюда. Вот. Ебать, слушай, смотри, там они оба, по-моему, поставили тоже между какие-то. Оба? В смысле? Ты не видишь человека тут еще одного? Там дух сидит вообще-то. Тут 4 человека за столом, блядь. Ну, Диана. Вот в чат. Я, только я их вижу. Диана, иди выпей таблетки, блядь. Вот, Диана, смотри в чат даже. А, бля, там человек рядом с тобой сидит, я тебе клянусь. Диана, мне кажется, там нету никого. Там пора никого пить нет. Таблетки. Да, пора пить таблетки, мне кажется. Че-то нечисто, Диана, мне тут немного. Тут реально. Смотри, сейчас блядь. Сейчас ты пьешь таблетку, и меня тоже нет. Вот, смотри. И все лысые, блядь. Диана, на скриншоте никого нет. Диана, скидочки. На скриншоте никого нет. И все вон с прическа там. Какие лысые. Бля, бля, бля. Сейчас поверю, хватит. Шесть. Шестерка, бля. Бля, шестерка ебаная нахуй. Сидит на крупе, блядь. Крупе, блядь. Да. Да. Сегодня у нас общие шутки, общая реакция и общие шутки, блядь. Один мозг на двоих, блядь. Тупо сиамские близнецы, знаешь? Не, просто этот бог, когда наделял, думаю, блядь, что-то жалко мне этот мозг. Давай один на двоих. Пусть так будет, блядь. Ну нахуй ты вот это сейчас, он что-то пищит. Сбивает фишки, блядь. Все, у меня сегодня цель 30 лямов, нахуй, понятно. 30. Нихуя себе. Я уйду с голой жопой в итоге, блядь. Мне кажется, это я ухожу сегодня с голой жопой, потому что у меня ставки не залетают вообще. Так.
Опять 6. Я поставил? А, забей. Я, по-моему, поставила. Я 7200. Хуя ты, блядь. Хорош, а я на пятерку поставила. У меня 28 лямов. Смотри, нормально все есть? Нормально все? Ошалей! Ошалей! Ёб твою мать! Вот, на 35. Сейчас 35 падает. Пиздец, что это за жесткое поднятие денег? Шо? Ну, здравствуйте. Это мои услуги предлагаю. Заносили. Диана заносит. Спасибо вам огромное. Из-за того, что я уже стала, так сказать, не малоизвестной личностью, я беру брат с тобой. Так, ой, ты не забывай, что Джонни Лудман как бы тоже сидит тут, блядь. Не как декорация. Бля, ноль улетел, только не 2-0. Ой, не 2-0. 29. Кто? Чё? Никто. Кто? Чё? Никто ничего, блядь. Забей. Блядь. А кто здесь? Давай шестерня. 7. Да 21 много заливаю. Понял. Тони Ван Салага. Так посмеялась, блядь. Чтоб не обидно было мне. Просто я зевала и смеялась одновременно. 7! Ёбаный бобаный, блядь. Ну я думал. На 21 поставила. Почти было. Ну, семерка как один, то есть, вот понял, ментальная связь была у нас. Так, и. Ну, 7 надо, 7. 7x будет. 7x, бля. 7x. Бля, все, они упомянули видосе, бля. Скип. Блять, что, все, не смотрим видос, блядь. Видео с 7x, и ничего, что это я, блядь, девочка, 22 года в этом году, блядь. Видео с 7x, скип. Давай еще 5 лямов сверху накинь, пожалуйста, блядь. Надо, нет, дедушки, должен. Че, старый, чего хочешь? Это здорово. Бледина. 14. Да, блядь, ну я на 17 ставила. Да, блядь. Блядь, знаешь, нужно ставки так делать, чтобы они неровно нахуй стояли, потому что рядом постоянно у меня. 3. Я на 5 не залил. Сука, надо же, нужно, я блядь, думаю, по щучьему велению чувака этого, блядь. Может, это пятерка? Ну, не знаю. Мы так окружили ставками, блядь, эту пятерку, что она пятерку как бы. Куда дал, блядь? Пошел. Я же глаз задергался, что-то, походу, по чуть-чуть работает. Или это нервы? Старость. Старость, брат. Блять, сколько? 18. Блять! Да, блять, сколько можно, блять, 7 миллионов на балансе. Да? Да! Блять. Ну, похуй, я не останавливаюсь, у меня ставка миллион нахуй вообще. Ну, это правильно, главное не сдаваться. Yes. Русские, не русские, но не сдаемся. Бля, ну вот там снизу вообще ничего не стоит. Ни 22, там, ни 35, блять, ничего не стоит. А вот туда упадет сейчас. Вот. А, он понял, он, видишь, стучит лапой своей по столу, значит, это азбукой Морзе он передает какой-то случай. Да, он стоит, стол ебет, ты видишь, как он качается постоянно? Трясется, он стучит, когда, чтобы этот шарик немножко, оп, туда наверх. Ебать его, шарахает этот шар, блядь. 19. Да, блядь! Подожди, а в прошлый раз что было? 16, по-моему. Я уже забыл, где она, у меня память 2 минуты. Я тоже не помню, брат, реально, память 2 секунды, ебать, мы старые, нахуй. Мы прошлую ставку не помним, жесть, есть, старость. Пятерка, нахуй! Я в пятерке только видел по физре, блядь, дневнике и все. По физре всегда ноунейм был. НН. Такая она означает неебическая, блядь. Типа это... Нихуя себе! Да, нихуя себе. Там сальтухи мутило, блядь, нихуя себе, блядь. Ай-яй-яй, не-не-не, не зеро, не надо, нет. 27. О, кто? Я! Это я! Это он, ёбнутый. 29900. Ебать, до 30-ки добьем, у меня опять 4 миллиона. Ну я как бы добил до 30-ки, ну ладно. Вот это 100 тысяч, это... Пыль, блядь. Ну все, короче, сегодня, знаешь, мы с духами, если честно, так чисто по секретику тебе расскажу. Мы сегодня договорились, что весь занос только тебе. Да? Да. И вот это, типа, ты его видишь, а я нет, типа, это он? Да. Это реально? Я не кричу, блядь, говорю, по секрету сказала, ёбану. Ладно. Тихо, но. Мышка берет, кто-то в мышку взял у меня, дяда. Дяда, говорят, 23 залить, all in. Я лям на 23 залил, а мне похуй, я сейчас лям на 23 залил. Лям на 23, мне похуй. Лям на 23. 18, никто? Никто. 23 лям. Давай. 23 лям. Все, блядь, пошел квартиру продавать, чел. Сейчас вернется, погоди. 23 лям. Духи. Я не понимаю, духи, вы кушать хотите или мне занос? А мне занос. А мне занос. Оп, танцует. С голой жопы, ну а танцует. Опа. А, он подкручивает.
Да? Он вместе с... Он с крупье, блядь! Ах, сука. Одно. Или с нами, сейчас посмотрим. Один. Ну, типа, я еще одну ставку, говорит, поставить. То есть ты цифры считаешь уже, блядь. Ты до такого состояния дойдешь, скоро ты... Будешь запах цветов слышать. Так... Красное пахнет. Дай подумать. Точно? То есть, что? А пахнет як. А пахнет як. Сейчас бы бурур-брод с кофе. Давай, бро. Блядь, какой бро, нахуй, крупье, ты мне не брат. Крутани нормально, да? Смотри, ямка-бомба. Что ты хочешь? Ты берешь просто сарик. О, сари. Выпало, блядь. Тройка. Диана, я на тройку хотел ставить, а поставил на пятерку. А, ну ты просто не поставил, поэтому я вот чуть забрала 7200. Хорош. Ну это так, чисто. Ладно, супер ласт ставочка, 23 миллион. Все, это ласт. Ты давай ставь, заряжай тоже лям. Именно лям куда-нибудь. Я 20 поставила, на 20 поставила 700, по-моему, и остальное до ляма добила на 2 зеро. Ну, типа, ну, между зероишное поле, блядь. Сколько у тебя миллионов? 8200. Это без ставки сейчас. Все. 23 проехало же. Ну, сука, 19. А, я ладно, супер ласт. Это реал ласт. Давай по ляму зарядим на одно число. Ну, типа, ты на какой-то, и я на какой-то. 23 лям. 33 лям. Смотрим. Давай. Знаешь, что тут как не как кредитамина, починка, вот это... Да, да. Ай, вообще было бы кайфы. Бля, реально, если бы я был бы админом сервера GTA, я бы столько всего в казино добавил. Ебать. Угу. Только не говори, что не надо зеро, пожалуйста. 35. 35, сука! Я знала, что будет что-то на 30, сука. 33 ставила, прикинь. А может сейчас супер ластос идет? Давай так. Я на 1 0, ты на 2 0. Не, брат, хуйня. Точно? Ну ладно. Да. Чего я погорячился? Да на 23 так. Я восьмерку заряжаю, лям. Сейчас 17. Ой, что? 17, говорите? Чё, блядь? 17? Может, все-таки 23 упадет? 8 упадет. Суки, злазит на 8. Ну. Мой занос где-то здесь. Бля, Диана. Это пиздец. Ну, нахуй. Ну, все, блядь. Диана, это пиздец. Я сделаю, видишь, это не видел. Диана, это пиздец. Я 21 заливаю, лям. Пиздец. Подожди, ты дедухи шептали 19 или 17? Они мне сказали 17, Диана. Ну поспроси еще раз, что обижал? А все, они молчат теперь, блядь. Ебать. Бля, ну после этого реально надо еще одну ставочку залить. Блядь. Спорим. Я самое главное с ними спорить начал, блядь. Я с ними спорить начал еще. Пиздец. Сука. Вот духи. За что меня-то? Ты их не послушаешь. Да, блядь. Всё, сейчас 37 будет, когда его нет. Ладно, все. 22 миллиона. Я... Все. Все. Закругляемся, а теперь идем в настоящее. Так это подпышник, смотри. Это подпышник, блядь. А, подпышник. FGK топ. Это, кстати... Хорош, брат, хорош. Кот твой. Это кот, да, кстати. Да. Спасибо, ребята, огромное за то, что посмотрели ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под видео. Напомню, что код игрока у меня FGK. Вы можете нажать F2 и вписать его сюда. И получить 75 тысяч. До удачи, всем пока.